lines, the biggest wave on the West Coast. Thank you.
100 euro dollars in the Grand Imperial Mall. Collect your free roller coaster ticket now. Он на меня напал! Salopuya pa lueno. Wake up.
Да, конечно. Только, боюсь, минутки не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблемы. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень но с души. Ты как? Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Должна уже сейчас. Знаешь, прийти. Будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Прическу сменил, нет? Блять, как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Уотсон на Першинг Стрит. Ну, так что делаем? Козла или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смэшера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Thank you.
Бармен. Чего? Да ты попал! Нет, это ты послушай! Посмотрим! Димона! Димона! Мастер Апито! Димона! Димона! В какой руке? Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Как я сказал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Сначала покатаемся. Тебе идет? Огонька нет? Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейс. Найт-Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью будешь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Мне весь день ты тебя не ждать? Слишком удивлена. Вчера уже успела поудивляться. Только ты, похоже, ничего не помнишь. Ну, какую-то часть помню. Слава богу, не все. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Ха.
Знаешь, как-то странно, что ты узнала во мне Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядел как Ви, но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило. Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Пиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбуники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда.
Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, у тебя за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Thank you.
Нет. Ви, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Думаешь, я совсем глупая? Серьезно думаешь, чтобы она могла что-то запретить? Поверь, не выйдет. Она все равно сделает по-своему. Нет, не сделает, если хочет остаться в семье. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс. Какой? Шанс загубить все ради... Вау, как много изменилось, пока меня не было. Нет, у нас ничего не изменилось. Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца. И доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали. А Василий? Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. Возвращаемся. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Мелитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Мелитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Скажи честно, твоя была идея? Как ты догадался? Кроме тебя никто не мог так выбесить Соло. Не в бровь, а в глаз. Если бы он сам до этого додумался, ему бы казалось, что это лучшая идея в мире. Заткнись, Сол не настолько мелочный. Просто он трус. Он хочет перестраховаться и залечь на дно. Как всегда, ради семьи. Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. Нет, есть кумир. И Чири есть пока. Да. Да что с тобой? Помнишь, Панам, мы договорились, что я пну тебя под жопу, если ты опять захочешь ввязаться в какую-нибудь хрень. Ага, и это было перед тем, как мы поехали к Стилету. У тебя был шанс, но ты его упустил. Нашлась, чем сравнивать. В тот раз мы спасали члена твоей семьи. А теперь ты хочешь его обдурить. Если тебя это не устраивает, можешь валить отсюда. Я думал, вы с Солом уже закопали ружье войны. Я тоже, но, видимо, перемирие действует только тогда, когда нас хотят убить. Вот именно. Ты же сама спасла ему жизнь. А теперь хочешь с ним разосраться? То, что я спасла ему жизнь, не заставило его ко мне прислушиваться. Так что мы вернулись к тому, с чего начали. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Мелитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить, как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть контрабанде. Я так и сказал. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет настучить Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск. Опасная эта затея. Да ладно, ничего опасного. Этот караван даже охранять особо не будут. И вообще, неужели ты не хочешь внести свой вклад в дело мира на планете? Если ничего не сделать, этого зверя отправят на войнушку куда-нибудь в Банановые Республики. А мы найдем для него дело прямо здесь, в Америке.
Снова пытались убедить Соло. И ничего не вышло. Ага. Так, слушайте все. Мелитех будет перевозить Василиска по частям на двух грузовиках. Погоди, чего у тебя голос-то дрожит? Иди нахер. Мы встанем уже до переезда через трассу 101. Нападем сзади и быстро оттуда смоемся. Вопросы, мнения, замечания? Ты молодец, Солнце. Угу. Кратко, четко и... Допустим, у Панам свои счеты с Солом. Ну а вы-то чего? Пару лет назад никому бы и в голову не пришло работать на корпоратов. Нам нужна техника и заказы, чтобы вернуть себе доброе имя. Сол бы это понял, если бы соизволил вынуть голову из своей задницы. Все как-то подозрительно хорошо складывается. Именно та техника, которую вы хотели, едет к вам на блюдечке с голубой каемочкой. Ага. Сол тоже сказал, что это пахнет подставой. Откуда, говоришь, у вас инфа об этом конвое? Кэрол взломала канал связи Мелитеха. Все, доволен? Ладно, я с вами. А, окей, спасибо. Сначала заедем на станцию. Там стоит локомотив, им мы заблокируем переезд. Поедешь с нами или встретимся там? Подъеду потом. Не вопрос. Давай, поехали. А голос-то у тебя дрожал. Неправда. Плохо дело. Мелитех ничего не заметил? Ты что, во мне сомневаешься, Бобби? Окей, окей. Я ничего не спрашиваю. Ну, допустим, мы соберемся и поедем. А что потом? Контракт разорван. Нам тут хотите свернуть только вы. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он расспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. Так почему часть порта зовут Ибуники? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне по смерти, обсудим. Окей.
готово? Конвой Милитеха поедет из Найт-Сити на базу, где у них встреча с покупателем. Мы должны будем их поймать на переезде. Нужно только перекрыть дорогу вот этой махиной. Ви, есть вопросы? Вокруг города так много заброшенных станций. Это принадлежало корпорации, которая занималась цементом. У них тут был перевалочный пункт. Они что, бросили локомотив, когда ушли? Он стоит здесь уже минимум лет 40. Со времен черного заслона. Тогда всем пришлось вернуться к старым технологиям. Локомотив работал на жидком уране, как подлодки. Тем более странно, что его бросили. Корпорат, наверняка вписали его в графу оптимизации расходов. Древняя хрень. Кэрол ее взломает. Потом еще надо будет авторизоваться с контрольной вышки, чтобы им управлять. Мне кажется, вышка давно обесточена. Мы этим займемся. Вы с Панам пока поищите код авторизации. Ну что, пора за работу. Что вы тут делаете? Я наслаждаюсь затишьем перед бурей. А Тедди просто лежит мертвым грузом. Вы ж понимаете, если мы облажаемся, крайний будет по нам. А мы типа прикинемся ветушью, что ли? Думаешь, Сол нас не тронет, а по нам получит оптом за все? Ты посмотри на этого пацана, ты. Ему кажется, что он заботится о Панам больше, чем ее семья. Почему вы ее не поддержали, когда она ушла из клана? Потому что в тот раз она вела себя как дура. Вам кажется, за это время она поумнела? Да. Она ушла, научилась чему-то новому, пожила одна, а потом сумела вернуться. Таких людей в семье ценят гораздо больше тех, кто сидит на жопе ровно и делает, что говорят. Кого я вижу? Ты пришел помочь, я угадала? Первый раз вижу такую старую технику. Как ты справляешься? Откуда узнала, как с ней работать? Из книг. Ты еще не видел, что внутри сигнальной вышки. Они там использовали перфокарты. Представляешь? Что за перфокарты? Старые носители данных. Сеть обрушилась, пришлось вспомнить методы 20 века. Как они вообще выглядят? Обычные картонные карты с колонками дырок, которые служат кодом. И каждая дырка — это единица информации. Вообще, мне интереснее говорить не про перфокарты, а про, ну... Ха, дай угадаю. Ты не понимаешь, зачем тебя позвали, правильно? Ага, можно и так сказать. Угу. Она вернулась в семью, перетянула на свою сторону Митча и еще кучу народа. И все равно позвала тебя. Интересно, почему? Будет беситься, даже если все получится. Уже представляю его лицо. Помню, когда мы впервые встретились, ты страшно боялся впасть в немилость к Солу.
Не настолько, чтобы бросить Панам на произвол судьбы. Да, но теперь-то ты бунтуешь в открытую. Что-то изменилось? Ага. Я понял, что Панам права. Как у вас тут дела? Потрясающе, как же еще? Все подключено, ничего не работает. Работает, только нестабильно. Ви, можешь просканить? А то мне не очень улыбается разбирать все это на части. Конденсатор поврежден. Третий справа. Хм, и правда. Подожди чуток, надо его заменить. Ага, проверим еще раз. Ха, работает. Спасибо, Ви. Тебе помочь? Конечно, но на твоем месте я бы сначала поискала другие варианты. Ого, вот эта скорость. Топаем по лестнице. Мич с Бобом уже все подключили. Не без моей скромной помощи. Прикольно, когда рельсы сходятся. Да, точно. Когда смотришь на них сверху, чувствуешь... Свободу? Будто можешь начать 1000 путешествий одновременно. Сами себя не сделают. Наверное, чуть проще. Надежда. Так, мы на месте. Найти.